Закрыли проезд в обоих направлениях. На объездной столкнулся внедорожник с большегрузным автомобилем. Автомобильная развязка на трассе Седан-Капотрокол в районе выезда к улице Борисенко. Со стороны этой улицы на объездную движется автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулем мужчина, он направляется на остров Русский к стоянке своего катера. Ему навстречу выезжает большегруз «Фотон» с груженным прицепом. На повороте прицеп смещается влево, происходит столкновение. Ехал, длинномер увидел. Не дал мне закончить до конца поворот, буквально там 20 метров не доехал, чтобы выехать на основную дорогу. Увидел, что у него заносит заднюю часть трала. Вот. Ну, остановился, сигналил, но он, не видя дальше, как шел, так и шел. Вот. Аж на машину сдвинуло, вот. Колесо завалило переднее, заднее. Водитель большегрузного автомобиля только виновато разводит руками. Он не из Владивостока, поэтому и не смог сориентироваться на узком участке дороги. Говорит, сигналил вам. Ну, сигналил, когда там уже был. Ну, как происходило, расскажите, хотя бы пару слов. Ну, вот так вот ехали и съехались. Попавшие в ДТП автомобили буквально закупорили проезжую часть. Повреждения у внедорожника серьезные, разойтись по Европротоколу не получится. Проезд на данном участке трассы сейчас перекрыт в обоих направлениях. Объехать место ДТП не представляется никакой возможности. И водители, чтобы попасть к месту назначения, вынуждены делать большой крюк. Подъехав к месту аварии, другим участникам дорожного движения приходится разворачиваться в обратную сторону. Усложняет ситуацию и то, что многие возвращаются с работы домой в это время. Разворачиваться буду, где аж русский мост, ну, на остров. Только там буду разворачиваться. Приехавшие к месту ДТП сотрудники ГАИ быстро разбираются во всех обстоятельствах произошедшей аварии. Автомобили растаскивают в разные стороны. Давай, вот сюда. Вскоре дорога освобождается, проезд вновь открыт в обоих направлениях.